Александр Шлеменко рассказал, что некоторых своих соперников ему хотелось просто избить. Впрочем, в таких ситуациях, отметил боец во время встречи с журналистами в международном пресс-центре МКР Медиа, победа дается сложнее. А потому в последнем поединке с американцем Брэдли Александр сумел контролировать свои эмоции. Бой продлился все 3 раунда, победу Шторма держал решением судей, впрочем, остался доволен и тем, что доминировал весь поединок. Где и когда состоится следующий бой, в России или за океаном, говорить пока рано. Президент компании М1 Вадим Финкельштейн хотел бы видеть Шлеменко в главном поединке на турнире в Санкт-Петербурге. Ну, вообще, это реально. Я бы тоже хотел провести бой. Мне очень нравится выступать в России. И посмотрим, по соперникам пока нету понимания. Тут же, опять же, так как я являюсь все-таки бойцом Беллатора, сначала все-таки нужно решить с ними. То есть получить официальное разрешение, как на каждый бой.